если вы хотите правда получить что-то больше, чем просто выбрать профессию, то это точно программа для вас. Когда мы создавали систему выбора, наша задача была научить участника, подавана, который входит в программу, выбирать. Научить его выбирать осознанно, понимать, что я хочу, исследовать себя, находить свои сильные стороны, стыковать их с какими-то возможностями в мире, выбирать и действовать. Это что человек вообще в принципе начинает понимать, а что такое выбор и как его делать. Потому что выбор – это такая вещь, с которой он столкнется не только когда будет выбирать профессию, экзамен. А здесь учили именно выбирать и анализировать. Поэтому предпочтение, конечно, дала смарт-курс. Каждый человек имеет все ресурсы для того, чтобы обнаружить свои таланты и развивать их. Такое ощущение, что весь мир перед тобой, и ты можешь сделать все, что угодно. Вот, и когда-то давно, еще до того, как появился смарт-курс, я решила, что я этим буду заниматься и посвящу этому свою жизнь. У ребят есть возможность индивидуально двигаться в течение 5 недель с наставником, который всегда рядышком, который всегда поможет, подскажет, направит, поддержит и так далее. Потребность давать. Большая потребность давать. Помочь, когда ему тяжело. А наставники в нашей компании – это те люди, которые скорее рядом, которые видят ближайший путь развития ребенка, который к нам обращается, и семьи в целом, и его профессионального вектора. Работа с наставником – это очень круто, потому что появляется человек, к которому ты всегда можешь обратиться за помощью в любых вопросах. Но тут как-то как будто тебя выбрасывают, но при этом на какие-то мягкие подушки определенные, которые специально подготовили для тебя, и это не очень страшно. Если ты поймешь, что ты хочешь делать дальше, то у тебя не будет какой-то фазы между этим, когда ты такой, что мне делать, как мне быть, зачем я в этом мире и всего такого. Дети часто, когда вырастают, понимают, что они не хотели быть судьей, они хотели быть визажистом, и им плохо, им грустно, и это ужасно. Вам выбирать, идти на программу, не идти на программу. Однако есть возможности, которые программа предоставляет. Порой они достаточно глубже, чем просто выбрать профессию. И у меня появилась четкая картинка того, что я буду делать. Типа, чувак, ты должен добиваться того, что именно ты хочешь, должен делать, идти до конца. Я многого добилась за это время. Я просто поняла, что у меня это получается, что я на правильном пути, что действительно моё. И результатом программы стал мой выбор, который я сделал. Вот. Не приходите, лучше поймите, нужно ли вам это, и тогда приходите, если нужно. Спасибо.